В этом видео я расскажу вам о знаменитостях, которых не стало 13 июня. 13 июня 2017 года ушла из жизни одна из участниц передачи «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова. Ей было 29 лет. 13 июня 2016 года этот мир покинул актер Алексей Дайнеко. Ему было 46 лет. 13 июня 2016 года свой земной путь завершил актер Дмитрий Мирон. Ему был 41 год. 13 июня 2009 года свой земной путь завершил актер Анатолий Кацинский. Ему было 82 года. 13 июня 2007 года из жизни ушла актриса Галина Воденицкая. Ей было 88 лет. 13 июня 1993 года не стало актера и театрального деятеля Мамеда Али Аглы Алили. Ему было 94 года. 13 июня 1964 года из жизни ушел актер Михаил Названов. Ему было 50 лет. 13 июня 1964 года не стало актера и режиссера Сергея Ценина. Ему было 79 лет.